Наступный видеоматериал дослал на адрес телерадиокомпании «Гомель» наш глядач Вадим Маляренко. Мужчина снял на камеру телефона зграю качек, которые плавают по реке Сож. Гомельчанин выказал занепокоенность, как птушки зимуют в наших умовах. Видовище довольно незвычайное. Зимой водоплавным птушкам самое место не у Гомельском парку, а у далеких паудневых краинах. Крыжанка лишится наибольш вядомой и распаўсюджанай дикой кашкой. Менавіта прадстаўнікі такого виду птушек сегодня населяют берег Сожа. Як растлумачылі нам экологи, зимовка птушек на открытых водоемах, где не замерзая вода, у апошнія гады не редкость. Кашки застаются, калі их регулярно кормят люди. Але при этом, подкормливающий птушек у теплый час года, человек приносит им шкоду. У их притупляется натуральный инстинкт по пошуку ежи. Многие потом гинут у морозы. И когда уже городские жихары прикормили качек летом, то и зимой несут за их отказность. Вообще подкормка птиц применительно к водоплавающим птицам – это не совсем правильно. Но какие-то дни, когда температура опускается ниже 20 градусов, когда очень крепкие морозы возникают, мест, где птица может найти себе пропитание, становится меньше. И именно вот в эти дни можно прийти покормить водоплавающих птиц белым хлебом, например. Всякие другие виды подкормки, тот же самый черный хлеб, это очень вредно для птиц.